Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс, это у нас последний герой Ностальгии. Вот, Ностальгии. Раз, два, три, четвертая серия. Я умею считать до четырех, да, вы думали, не все так просто, на самом деле. Я еще вторую, третью серию не выложил, к сожалению, потому что, ну, не получалось, в общем. В общем, короче, не будем вдаваться в подробности. Не получилось, не смоглось. Грустно, печально, досадно. Мы с вами в прошлой серии завалили босса, вроде бы. Завалили босса. Вышли, по-моему, откуда-то отсюда, если я не ошибаюсь. Да, поднялись на лифте. И теперь у нас есть два пути. Путь налево. Визуально дальше в шахты. И путь направо. Давайте сначала вот этот путь посмотрим. Здесь, наверное, я ничего не смогу сделать к своему величайшему сердцу. Хорошо, тогда у нас только один вариант, куда идти. Двинем туда. Try patience снова. Говорят, учат меня терпению игра. Знаменитый бомбардир. Нормально. Так, что пишет? Try patience. Немножко потратил. О, вот этот мужчина жесткий. Слушай, это еще просто квинтэссенция огромных мужиков. Слушай, ну как бахает моя магия. Я тупо чемпион по магии. Так, слушайте. Забавно, что чем дальше ты идешь, тем более душные и злые и опасные противники становятся. Я, походу, нечаянно нажал. Виноват. Анбюрген. Что? Так, давай посмотрим. Так, Strange. Special Ability. Я должен ее во всей... Подожди. Тихо, тихо. То есть вы хотите сказать, что я обязан ее заремемберить? Или вот этот вроде, да? Нет, слушай, не могу, странно. Видимо, просто не могу его использовать. Окей, игра, как скажешь. Пусть будет так. Вечер в кухне. Так, так, лок цели не дает. Вот, вот. Хочу вот эту мадемуазель взять. Думаю, я ее смогу одолеть, потому что я уверен в этом. Я уже с ней дрался, не так это сложно. Или это не мадемуазель, не знаю, мне кажется, что это женщина. Я хочу думать об этом. Я в первую очередь хочу думать о женщинах, наверное, вот. Давайте я буду честен с вами. Очень неприятная атака, я не могу выманить ее на землю. Морской друг. Надо бы с этим подраться, но я не хочу. Три проектайла в него запущу. Раз, два. Надеюсь, что успею три запустить. Щитом задефаюсь и профессионально уничтожу. Великолепно, нормально, нормально. Не идеально, дамы и господа, но кто в наше время идеален, согласитесь? Так, it's Hilarity, не знаю, как переводится, Майнкрафтер. Это выглядит по-майнкрафтовски. Майнкрафтер, 10 сатре, 8 дексы. Так, моментум, что за моментум, без понятия. Ладно, блин, а дальше еще сложнее будет. Как же неудобно спринт через перекат, вы даже не представляете, но лучше пока я ничего не придумал, к своему сожалению. Что буду пока что вот этим. Скорее всего, кто-то сбоку на меня может напасть. Я прям даже слышу, как мне идут в попу. Нет, никто не нападает. Аксесс какие-то доступы нам дают. Ладно. Золотые коины. Слушайте, бесконечные шахты. Я на самом деле думал, что они закончатся. Enemy ahead, therefore watch out for the big game design. Ну, нормально. В принципе, вполне себе победили. Опять же, я пошел налево, хотя мог идти направо. Хороший ли путь я выбрал, я не знаю. Sadness ahead. Ну, тут да, тут, короче, задница еще та. Хотя не так уж много работяг. Давай я, наверное, пока сюда пробегу. Может быть, мы сможем вернуться в это место. Кто его, как говорится, знает. Такая подсветка пафосная, прям. Приятно, приятно в этом месте, знаете ли, находиться. Здесь у нас рабовладельцы снова. Так, тихо-тихо, не быкуй. Так, это что такое было? Согрела всех, вот дрянь собака. Хоть бы успеть, хоть бы успеть. Отлично. Так, с этим я, наверное, буду драться по-человечески, по-мужски. На опасничах. Вот так, вот так. Победил, превозмог. Сегодня я хоть что-то смог. Награда. Это у нас Fireplace Stone. Хорошо. С этим, наверное, тоже по-мужски разберусь. Я же ожидал, что не ожидал. В общем, я обосрался. Давайте будем честны. Будем смотреть, так сказать, правде в глаза. И лишний раз не выделываться. Да, это меня еще не раз погубит, по всей видимости, перекат. Точнее, спринт через перекат. Буду, наверное, пережидать первую атаку и потом уже наносить свой урон. Мне, в принципе, стамины хватает, что, в общем-то, алрайт. Не знаю, зачем сюда идти. В принципе, я могу и не идти. Но мне же интересно.
Очевидно, других слов здесь невозможно составить, поэтому... А, так это я А как это так? Я не заметил путь налево, серьезно. Вот это при... Ладно, пусть будет так. Мы же с вами попробуем отправиться дальше. Блин, что не локация, то... Ну, реально новая попа-боль. Вот, без шуток. Как-то очень не круто локация выглядит. Этого я помню. Так. Думаю, как бы безопаснее всего это сделать было бы. Наверное, действительно, с одной стороны пройду, зачищу. Столько, сколько смогу. А потом уже отправлюсь на соседнюю сторону. Ну, слушай, ну очень много. Прям вообще. Ну, это прям вообще. Может, я просто пробегу? Типа, я не думаю, что они прям такие злые, ребят. Ну, вот этот работяга, да, очень злой. Он за свое зло поплатится. Так, 10 маны, нормально. Пойдем дальше. Посмотрим, если прям совсем критично, вернемся. А если норм, то и норм. Нормально, как же задефенсил этот мужчина. Тупо мамкин щитовик, что творит? Их тут дохрена, да, я так полагаю? Он упадет ожидаемо. Как же долго камера возвращается под мой контроль. Это просто безумие. Очень неприятно. Наверное, первое, на что хотелось бы обратить внимание разработчиков, это на камеру. Она говном воняет. Прям откровенно. А чем дальше я поднимаюсь, тем больше этих ублюдков, серьезно. Это ублюдский левел дизайн. Ну уж какой есть, по всей видимости. Хорошо, этого хоть... Да и смотри, еще кидаются, но откуда? Ну хватит уже, еще выше стоит дрянь. Да, братишка, самое время бэкстабнуть. Отличный, как говорится, угол, чтобы получить бэкстаб. Ну, конечно, ошибка соединения. Дружище, иди в жопу. Я играю в игру. Вот так вот постоянно у меня активное окно берет и пропадает. Чё бы я, блин, не делал. Какой-то кенгуру на меня решил согреться. Кто-то, видно, спалил мою контору. Слушай, ты меня бесишь. Я не хотел тебя убивать, но теперь придется. Потому что она натравила на меня бедного кенгуру. Бедный кенгуру ни в чем не виноват, но теперь у него нет шансов доказать обратное. Давай, собака. Теперь моя очередь. Делать несколько атак. Я профессионально выжидаю. Побеждает тот, кто умеет ждать. А, так я туда пройти не смогу. Семен Семенович. А я-то думал, я в принципе мог и не трогать это место. Ну ладно. Может быть, потом мы когда-нибудь вернемся. Может быть, да, может быть, нет. Может, кто его знает. У меня, насколько я помню, одна хилка всего осталась. Что меня на самом деле не радует. Потому что чем больше хилок, тем, в общем-то, лучше. Так, братик, не кидайся. И я просто спросить. Походу, у меня броня слишком тяжелая, потому что стамина вообще не регенерируется. Мне хотелось бы поскорее иметь возможность регенерироваться, сами понимаете. Положение, как говорится, обязывает. Уж не знаю, стоит ли с ним драться. Наверное, придется, потому что он мне, скорее всего, пройти не даст. Ну и позвони потом на мобилу, дружище. Parable of Balance. Ой, свов, ну-ка. Так, и мы, где мы? Визуально место должно выглядеть знакомым, но я что-то не могу припомнить данное место. Это самое начало, вход в пещеру. Окей. Жестко, левел дизайн. Мое почтение, на самом деле, без рофлов. I have a gift for you. Unburdened. Relic from a friend I once. Так у меня же такое есть. If you can use it, if you can use. Так, окей. Так, ну мы что-то сделали и по всей видимости, наверное, стоит. Давай, наверное, тогда вернемся в хаб. Что-нибудь. Да что ж такое? Я нечаянно какую-то кнопку жму. Слишком чувствительный джойстик, прям экстра чувствительный. Жалко, прыжка никакого нет. Блин, хоть стамину качай, но это пришлось какая-то. Вообще невозможно перемещаться. Я, наверное, сниму броню, ребят. Что-то прям невозможно. Давай, левелап. А, я лифт нажал, разумеется. Remember it. The Grinder's Wizard icon. Ничего не знаю.
Давай, я не знаю, что это значит, что это будет без понятия. Your hero Kakan has gained another use. Press A to continue. Без понятия, что произошло. Ну ладно, что-то произошло. Сурс давай качать, вообще шикарная штука. Легендарная. Так, мне еще сказали то, что... Тихо, не та кнопка. Я могу заремемберить что-то. Это не то. Что же я могу? Обычно айтем, который можно заремемберить, он горит так. Мне какую-то штуку дали, вы же видели. Unburdened. Если сюда еще раз подойдем. Без понятия. Без понятия. Ни малейшего, мать его, понятия. Давайте труханы позорные снимем. Загрузка у нас 58. Возможно, стамина будет быстрее регенерировать. Но это просто непростительно. Это жизнь, говно воняет. Хочу побыстрее скорость регенерации иметь. Да, об этом я уже говорил. Неоднократно. Ну ничего, прорвемся. Слушайте, да чего же неплох молот. Не могу сказать, что это прям оружие чемпиона. Но оружие такого прям знаменитого мастера, это так точно. Так, новый биом, по всей видимости. Или мы вернулись вообще в самое начало? Так. Perhaps one more interference? Suddenly, чу-чу! Чё-то я не уверен, что так должно быть. Чу-чу, мазафака. А, да, действительно урон наносит. Слушай, очень рофильно. У. Ты гля, я хотел тоже туда. Нормально так, паровозик, который смог. Неожиданно, максимально неожиданно. Неплохо, очень неплохо. Это какой-то неоднозначный рофл. Как это объясняется? Это же не объяснено никак. Вот кто-то, негодник это сделал какой-то. Да, это я. Жирнич стал. Дамы и господа, сегодня такое произошло. Вы просто не представляете. Ну, я, короче, человек простой. Я... Ага, серьезно? Я не очень люблю... тратить много денег на вещи, какие-то брендовые вещи или типа того, потому что ну, это безумие. То есть покупать зимнюю куртку для меня, ну, тысяч за 6, за 8, ну, дороговато. Дороговато, то есть меня жаба душит. Вот, и есть у нас... А сюда можно пойти? Магазины всякие такие китайские, которые торгуют китайскими продуктами. То есть без наценок, без всего. И, ну, было принято решение... Нужна была куртка зимняя, потому что старая уже износилась, это года два назад было. Preparations. Вот, купили, купил за где-то 1200 или 1800 она стоила. В общем, неплохая куртка. И дело все в том, что я немножко разжирел. То есть, когда у меня все было не очень с моим состоянием, я весил, короче, в самое плохое время где-то 69, ну то есть 72. Тогда куртка смотрелась просто восхитительно. Сейчас же я чуть-чуть разжирел, и я вешу примерно 87. Вот. И она немножко, знаете, вот не сходится. Одно дело не сходится. Сегодня, ну, еще когда портфель, короче, надеваешь, что у нас сейчас холода начались, ветер сильный, надеваешь несколько кофт, надеваешь портфель, и куртка начинает стягиваться за спиной. И сегодня дошло до того, что у нее в горле разошлась молния. Вы не представляете. Это был такой удар по моему самолюбию, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В общем, безумие какое-то. Так, какой-то бронированный. Это же... Это не френдли. Ты смотри, какой-то Макюджин напал на меня. Почему он спрайтовый? Вот, поделился печальными известиями. А, так теперь таких до хрена будет. Блин, всю зарядку профукал. А чё опять какие-то замки начались? Чё, неужели совершенно другого биома нельзя было сделать? Подожди, а с улицы что было? А с улицы... Я могу лифт. Лифт, возможно, короткий путь.
Сэднесах, это очевидно, не смогу. Пойдем на лифте, посмотрим, куда мы приедем. Но что-то мне подсказывает, что мы чуть ли не в самое начало приедем, дамы и господа. Есть у меня такое предположение. Вот, а еще у меня сегодня грустный день. Сегодня, получается, четвертое было, ну, воскресенье. Вот уже пятое, 0.14. Грустный день, надо пойти что-нибудь поесть, чтобы хорошо стало. Вот. И мы с вами... Я просто не могу вспомнить, был ли я здесь. По-моему, я был здесь. Не, слушайте, Визо. Визо, неужели не был? А, очевидно, куда-то должна вести меня этот путь, дорога. Я примерно понял, но не до конца. Так, хорошо, короткий путь, и есть короткий путь. И никак иначе. Поехали дальше. Я надеюсь, там рано или поздно должен быть новый лифт. Точнее, новый костер. Чем мы с вами непосредственно и не побоимся воспользоваться, правильно? Правильно. Звучит как план. Немножко подлагивает, когда вот, я так понимаю, уровни локации двигаются. Ну, куда деваться? Лучшего у нас ничего нет. Так, ну теперь в замок. Знаменитые замковые мутки. Так, будет ли здесь нападение? Лок цели вот на этого мужчину хочу. Я не думаю, что он очень мощный, и я просто унизил его. Здорово, братан, смотри, какой урон жесткий. Бля, я перебил. Ой-ой. Высосал меня. О, он убийцей стал. Ё-моё, ё-моё. Что тут, пацаны? Так, я очевидно не хочу туда идти заново. Поэтому я тактикульно отойду, полечусь. И тупо унижу тебя, псина. И подружку твою унижу. Да, я даже не побоюсь еще проджектил потратить. Ну, потому что лучше так, чем не так. Опа, не успел заблочить. Я обосрался два раза подряд так. Подожди, я полечусь, не против, братан. Не очень удобный менюинг. Обычно он бьет удар. Штурмовик на меня нападает, дамы и господа. Не поверите, штурмовик напал. Я тебе хочу в туза. Ты смотри. Опа, шо с лицом, братан? Ты смотри, как блочит. Я как профессиональный мужчина, заправский. Заправский вот это сюда, блокиратор. Ну, как говорится, против лома нет приема. Сюды, опустил, попустил. Нормально так для него, 500 душ дали. Такие ножки забавные, спички какие-то. Теперь хоть награды заберем. Наверное, у костра стоит поюзать всякие души. Потому что, а куда их девать, солить что ли? Так, у нас есть путь наверх. Путь сюда, какой-то красивый. Как же это, не фрески, а... Вот этот вот стиль называется как-то... Вылетел из головы, представляете, старый стал. Прям вертится на языке. Ну не фрески, это не фрески. Я не знаю, что такое фрески. Блин, я сейчас гуглить пойду, как это называется. Ну очевидно, короткий путь будет. Витраж, нет, не витражный. А может витражный, слушай, походу, не, ну не уверен. Витраж что-то, по-моему, другое. Так, как я и сказал, мы, наверное, сейчас попробуем юзнуть все души. Которые у нас, это вот... Подожди, а где души? Вот это очевидно. Из мальтепом. Всем. А, то есть так нельзя. Забавно. Не очень удобно, но нормально. Из мультипл. Какой неудобный менюинг. Еще раз повторю. Не могу сказать, что он прям воняет говном, но попахивает. Витражное стекло. А, надо нажать. Витражное стекло. Так, ну-ка, живопись. Ну, вроде похоже. Похоже на правду, я, значит, правильно понял. Надо будет голосового помощника настроить, а то вот сидишь и хочешь не обкакаться в каком-то понятии. Чуть-чуть не хватает, буквально одного работягу завалить. Слушайте, а может быть я так и сделаю? Ну, смотри, есть сюда путь. А, я не пройду. Так, Азерхэп got intentions, but they can't. It's a psych. I don't know about you, but I just want us the local great. He devoured Nostalgia's memories from within the player house. Desperation brings out. I know you. Короче, говорит, надо завалить кого-то. Хорошо, братан, если бы ты еще, да что ж такое, если бы ты еще сказал, в какую сторону драться. Было бы просто восхитительно. Но даже предпочитаешь такую информацию не распространять. Жаль, жаль.
Блин, с этим щитовиком сейчас мудохаться. Абсолютно нет желания. Может, мы запайтим на пару ударов, или я просто запинаю его? Да что ты тут машешь, дядя? У тебя нет шансов. Просто пробил. Есть пробитие. Слишком большая дверь для нашего героя, очевидно. Ой-ой, я думал, собака. Рычал так страшно. Напугать меня успел. Так, путь сюда и путь туда. Быть может, это короткий путь, или это просто выход в никуда. Как же? Как будто в молоке, в тумане, вот, сенса у правого стика. Очень не нравится. Души бы пойти потратить. Но мы же с вами жесткие парни. Мы, я думаю, дойдем до следующего костра. Как чемпионы, как боссы качалки. The irredeemable sliver persisted onward, witnessing what Nostalgaea might once have been and what it had become. Тут какие-то покемоны лежат. Здесь что-то есть? Чего-то здесь есть, сюда. Так, ну что ты, дядя, машешь? Пробиваю твой. А ну сай. Магии буду тебя стрелять. Ля, какая страшная херня, мать моя. А если я спать теперь не буду после этого? Едить просто криповишая залупень. Тупо обниманцы хочет. Слушайте, ну это шансов мало победить. Ну просто съела меня. Дядя, а ты шо? Дядя, не ешь меня, я не вкусный. Так, подожди. Ну ты же понимаешь, что не так должен был быть файт разыгран. Голден Пинакле. Иди сюда, собака, давай, давай. Сосать, сосать. Так, нам дали желтую штуку. Деградация. Ну, блин, деградация, это, в принципе, про меня. Я, наверное, могу. Фетрол. Безумие, не могу, простите. Не могу деградировать, дамы и господа. Как бы не хотел, но придется сегодня без деградации обойтись. Надеюсь, мы сможем что-нибудь с этим сделать и подеградировать как-нибудь в другой раз. Так, ты серьезно, братан? Ну а если я буду так же? Если я буду так же, тебе не очень понравится. Опа, кто ты маленький у нас застрял? И с разбега. На всякий случай блокну, не нормально. Но атакую. На всякий случай решил блочить. Ну, и так, в принципе, все получилось. Так, брейн пирсер. Брейн, мозговой носитель, что ли? Так, это декстари. Не, слушай, это насурс. Оу, май, так это же выглядит неплохо. Могу ли я ее заучить? Remember. Давай, confirm. И она у нас имеет дамаг 120, а станет Lightning Slash. Mark of for spell damage increase. Ой-ой-ой. Випик, вы что-то сложное, подождите. Выглядит нормально. Что еще? Вот это можно? Что еще можно заремембрить? Я не понимаю, дамы и господа. Это что за рапира такая? Какая-то очень красивая пушка. Давай вот на этой штуке попробуем ее. Вон она летит. Птенец. Ой, как прикольно он бабахает. Что творит? О, ты видел этот урон? С тобою в белом танце кружимся. А-а, надеюсь, мы с тобой получим. Не, подожди. Надеюсь, мы с тобой... Как там поется? Вообще вылетело. А, наверное, мы с тобой подружимся, вот так, скорее всего. А это выглядит на башню, похожим на башню мага из Скайрима. Не знаю, как вам, а мне вот такие вайбы навевает. Ну, вряд ли здесь будут эти летучие гарпии. Очевидно, они на улице живут. В помещениях, наверное, никто... Нет, смотри, слушай, я был неправ, беру слова назад. Их тут до хрена, у них тут сходка. Давай сюда. Ягодки. Слушай, ну это оружие меня так... Так радует, вы даже не представляете. Наверное, здесь просто уже очень давно никто не появлялся, никто не убирался. Поэтому эти существа тут постоянно и нападают на бедных путников. Вот снова хочет туза найти. Но я тоже заприметил, что эта собака где-то здесь летает. Вот, вот хотела напасть. Я тебя изнасилую. Ну просто вы понимаете, что-то взяло и свернуло все нахер. А я же, разумеется, не хочу палить свое рабочее стол. Это мне придется теперь на монтаже все вырезать. Игра, мое почтение, просто целую в писью, бью челом. Разработчик, который это все тестировал. Обоссанец. Какой-то еще эффект накладывается теперь от моей великолепной рапиры. Мужчина просто сидит, прокрастинирует. Я так не хотел бы его убивать. Ему, мне кажется, и так, ну, не очень.
Эти какие-то вот мясо, вот этот вот врата разрушены. Ну, здесь явно какими-то нехорошими вещами занимались. Ну, просто очевидно. Так, это, скорее всего, путь короткий. Вообще, на самом деле, либо это путь к боссу, либо это... конец серии, я пока не уверен. Так, я знаю теперь, что я качаю только Сурс, это самый великолепный ресурс вообще в мире. Главное, вниз он проскакивает, а вверх он не дает обратно двинуть. Очень странное решение по менюингу, это раз. И второе, я не понимаю, как мне улучшать моего персонажа, как его бустить, делать более сильным. Сильным, ловким, смелым и умелым. Это именно то, что нам надо. Если мы сейчас дойдем до босса, мы, в принципе, с таким сетапом его изнасилуем. Просто испепелим, как аннигиляторная пушка. Так, это не живой человек. И не человек вовсе. Так, ну вижу подлестничный лут, я просто обязан его взять. Green Herb Code. Звучит неплохо. Я беру. А надо оно нам, не надо, потом... Так, ну это выглядит как лифт. Ой-ой, подожди, Валера, я, наверное, зря... Либо это короткий путь наверх, но зачем он мне нужен? Опа, так, это было экстра крипово. Что это за падла? Был ли я здесь, дамы и господа? Я, если честно, ни в чем не уверен, к сожалению. Вот это вообще на самое начало. Что-то я так заблудился, вы даже не представляете. Очевидно, я тут не был. Another one. Another one. О, девка такая красивая. Так, ну она бьет неплохо. Ну я тоже могу. Опа, теперь моя очередь. Наношу урон. Ультимативно. Я, честно говоря, думаю, что она скажет в конце. Не бей меня, брат, не бей. Куда побежала? Куда побежала, сутулая? Опа, она хотела резкую атаку сделать. Но резкий тут только я. И мой понос. С поносом я разобрался. Остался только я. Переиграл девчонку. Ну, чё эта девчонка может против настоящего мага, волшебника, колдуна, чародея, убийц вот этих вот падал сутулых. Тупо аннигилируй. No. Да что такое? Я тебя победил, унизил. Куда делась, девка сутулая? Ну, нечестно. Я хотел прям... Ну, хотел я ее победить. Ну, не дали мне. Немножко не рад. Не рад этому факту. А, то есть я просто приехал, подрался с какой-то лярвой и теперь ухожу. Да, здорово. Она мне рассказала про какого-то невероятного лорда, про... Ой, какой пейзаж. Мамма мия. Я хочу в то место. Оно выглядит перспективным и очень красивым. Так, выходит, что и с той стороны я тоже не был. И если на нас не нападет никакая падла... Я хочу лутануть, ну смотри, какие ботинки красивые, ну ё-моё. Почему игра лишает меня такого удовольствия? На самом деле было бы неплохо. И там еще снизу, помните, был проход, я вниз до конца не сходил. Это фонтан. Не знаю, нужно ли нам сюда. Ну, попробуй. Я уже заблудился, если честно. Может быть, это какой-нибудь короткий путь или около того. Просто не хотелось бы... Краб или что это? Это какой-то пес. Так, братан, ну, тогда разговор с тобой простой. Два проектила в тебя. Еще Да что же за лок цели? Какой дурак делал лок цели? Ужаснейший лок цели. Летай сюда, трянь. Ты смотри. Ну тебе борода сутулая. Ладно, я до утра тут буду стоять, очевидно. Еще смотри, ты гля, она боксер, походу. Не-не-не. Я не ожидал такого. Честная пионерская. Наверное, было бы неплохо сходить вниз для начала, посмотреть, есть ли там проход. Давайте постараемся одним глазком это сделать, и, наверное, на этом закончим серию, не знаю. Просто если я продолжу, она еще сильно задержится у нас серия. Так, я не помню. Дверь где-то была? Вот дверь, давай, Влада, запоминай. После двери куда? Наверное, вниз, да, на ярус ниже. Купим стамину. Пацаны, не надо драться. Не надо лишних слов. Не надо паники. Так, великолепный лифт. Вот, и я хотел еще вот сюда выйти посмотреть, потому что здесь лежал, манил меня сексуальный лут. Так я это место понял. Я понял, где, все знаю. Я, короче, этот, помните, я с той стороны подходил и видел это место.
Теперь нам надо понять, как опустить лифт вниз. Давайте на этом великолепном моменте мы закончим. Премного всем благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал, если кто-то хочет поддержать. Для этого есть Boosty, там иногда уникальный контент, подкастик, лайв-формат. А я вам за любую поддержку буду невероятно благодарен. Премного всем благодарю, всем доброй удачи. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.